Сейчас проходит турецкая биеннале. Хамам классный, конечно, у султана был. Your first time in Istanbul? Yes. Yeah, really? В общем, все таксисты негодяи. Какой-то интересный детокс нам уже приволокли. Доброе утро, друзья! Мы в Стамбуле. Сейчас мы идем в музей современного искусства. Погодка сегодня не очень. Вчера, конечно, было гораздо веселее. Но дождь прошел, слава богу. Пара слов об отеле. Оказывается, он входит в сеть Small Luxury Hotels of the World. И таких отелей в Стамбуле всего три. И нам жутко повезло. Но самое главное, то, что это, наверное, самый недорогой отель из этой сети, ну, по крайней мере, который я знаю. Мы были несколько раз в таких, и вот этот, конечно, за 100 евро, ну, просто смешные деньги. Еще несколько заметок об отеле. В номере очень классные чугунные радиаторы, в таком английском стиле. Ну, вообще, все радиаторы в английском стиле сейчас делаются в Турции, ну, поэтому, в общем, неудивительно, что они здесь. Мне также очень понравилось решение с душевой кабиной. Я вчера на него не обратил внимания. Ну вот полный обзор номера вы можете посмотреть в предыдущем эпизоде. А вот душевая кабина, дверь в ней, точнее, открывается вовнутрь. И это тоже может быть в ряде ситуаций довольно удобно, потому что капли с двери, они при открытии не падают на пол ванной комнаты, а падают внутрь душевой кабины. Ну и удобно брать полотенце, которое висит вот на этой вот перекладине. Ручки перекладины, которая установлена на душевой кабине. Нам вот туда. Также еще обратил внимание, и это мне понравилось, на сочетание мрамора с цементной плиткой. Тоже такое как бы довольно необычное сочетание, но смотрится при этом очень здорово. И она вот выложена везде в холлах и в лобби. И, кстати говоря, вот помещение лобби, судя по всему, было раньше банком, потому что там сохранился сейф, который сейчас используется как бар. Ну и еще одна здоровская вещь, о которой я много рассказывал в свое время, это ароматизация. Вот лобби ароматизируется, там установлен прибор турецкой компании, правда, а не немецкой. Ну вот, но все равно это очень важная такая история, это дополнительный декор помещения, ну и, естественно, служит для создания определенного настроения, что тоже приятно и интересно. Опять зеваешь. А ты опять снимаешь. Как уже обратил внимание вчера, пешеходных переходов в Стамбуле не очень много. Ну и, судя по всему, ими особенно и пользоваться-то не умеют. Все равно все идут, как вот Бог на душу положит. На красный, на зеленый. Машины остановились, можно идти.
Ну, довольно симпатичный музей современного искусства. Кстати, сейчас проходит турецкое биеннале. На него вход бесплатный, что тоже, в общем-то, наверное, приятно. И мне некоторые экспозиции понравились, некоторые инсталляции. Конференция птиц с этими со скворечниками, которая олицетворяет ограничение свободе собраний. Очень интересно также, что гипрок, особенно влагостойкий гипрок, с его вот этим вот зеленоватым отливом может быть отличным холстом. Ну и было пару инсталляций, которые такую вот локальную историю олицетворяют. Это проблемы с строительством, с недвижимостью. То, что оказывается в Бейруте можно снести здание, если у него нету крыши. А в Алжире можно купить микроучастки земли на зараженной территории за существенные копейки. Ну вот, видимо, это какие-то региональные такие особенности, которые в том числе находят отражение и в современном искусстве. Ну а на втором этаже регулярные экспозиции. Ну и здесь, конечно, не обошлось и без Тони Крэга, и без Элисона Олафура, мастера оптических иллюзий. Они представлены и здесь, довольно интересные, забавные. Ну, в общем, как всегда. Мы были на биеннале в Венеции. Конечно, это биеннале с ним по размерам не сравнится. Но если интересно посмотреть про это биеннале, то смотрите видео по ссылке, которую я оставлю в описании. Но мы пойдем дальше. Дворец Долмабахче. Он тоже здесь находится на берегу Босфора. Чуть-чуть подальше отсюда, чуть-чуть поближе к Босфорскому мосту. Ну и, конечно, вид отсюда потрясающий. Здесь видно и Айя Софии, и Топкапы, и весь Босфор. Ну и, конечно, Босфорский мост. Очень здорово, поэтому рекомендую сюда зайти. Хотя, конечно, здесь идет сейчас стройка и очень грязно, но я надеюсь, что когда вы увидите это видео, соберетесь, то здесь уже все почистят и будет поприятней. Ну, в общем, мы решили ускориться, проехали на такси от Музея современного искусства до Дворца Долмабахче. Здесь это буквально 1.5 километра. Получилось это 10 лир почему-то. Хотя вроде как 7 должно было получиться. Ну, вот. Ну, в принципе, здесь и есть некоторые пробелы с воспитанием. Вот Анну в дверь не пропускают без меня. Ну, вот. Может быть, у них нету гендерного равенства. А это женщины были. Ну, тогда все понятно, это все объясняет. Что он тебе рассказывает, экскурсовод? Про уникальные растения, голубые ели. Чудесно. Ну, в общем, как всегда, здесь все немножко сумбурно так при входе. И мне кажется, что, в общем, даже, наверное, неплохо, что мы под закрытие приехали, потому что очередь в кассу не очень большая, учитывая, как они работают. Это, видимо, имеет значение. При входе можно бесплатно получить аудиогид, он на русском языке тоже есть, и там специальный сканер, который нужно подносить к определенным точкам, и вот он начинает рассказывать. Ну вот Аня рассказывает, а мне повезло меньше, почему-то мне не рассказывает. Ну ладно, я расскажу, чего я как бы узнал. Значит, дворец этот построили в 19 веке. Султан, забыл, как его зовут, хотел всех удивить и построить дворец в европейском, точнее, в барочном стиле. Ну вот, в общем, что и получилось. Построили его, кстати, достаточно быстро, всего за 13 лет, что, мне кажется, для тех времен действительно уникально. Ну вот, прямо на берегу Босфора. Очень красиво. Дворец разделен на две части – Силамлик и Гарем. А вот Гарем – это как раз частные покои, где жили жены, наложницы, дети. А Силамлик – это парадные покои, то есть где султан принимал гостей, официальные делегации, видимо.
Что еще интересного про этот дворец? После, ну скажем так, установления республики здесь жил и умер Мустафа Кемаль Ататюрк, очень почитаемый политик в Турции. Кстати, часть дворца-то до сих пор используется для официальных целей, ну точнее, с официальными целями. Это резиденция премьер-министра Турции. И вот какие-то серьезные дяди приехали, и там почетный караул. Но мы все-таки пойдем посмотрим Силамлик, потому что билеты нужно отдельно покупать. Либо и туда, Силамлик, Гарем, либо туда. В общем, времени осталось немного, поэтому мы пойдем только в официальные покои. Как всегда, внутри снимать нельзя, но дворец красивый, интересный. И экскурсия, кстати говоря, интересная, поэтому не ленитесь, возьмите этот аудиогид, он запускается сам по меткам, и это, в общем, действительно довольно удобно. Мне понравился хамам. Хамам классный, конечно, у султана был. Отделан алебастром, такая тонкая работа. И с видом на Босфор. Вообще потрясно. Очень круто. В общем, обязательно сходите, потому что, ну, такая, скажу, турецкая эклектика, потому что очень много европейских вещей или сделанных на европейских мануфактурах, и люстры хрустальные, и бакара, и британский ослер. И вот, кстати, в церемониальном зале вот эта огромная люстра, она тоже сделана в Англии. В общем, здоровско. Надо сходить обязательно. It's 25 kilometers. 25 kilometers? Yes. 25, yes. How much will you service test today? Can you relax, relax? I know that you can relax, don't you? За вас и за за всех. Ничего не работает, а? Впечатление, что как бы вы денег не хотите, блин, заработать. It's Asia, Europa. It's Europe. Europe. Your first time in Istanbul? Yes. Yeah, really? 27 years Istanbul. Ah, okay. It's Şişli. Şişli? Yes. Şişli no far, sir, near? Yes, it's 2.5 kilometers. 2.5? 2.5. Half. 2 and 3 kilometers maximum. Yes. Yes. How much it will be? How much it will be? This is taxi driver, no, В общем, все таксисты негодяи. А я говорила, что убираться за Исландию. Сделай какое-нибудь это сотворенное лицо. У меня проблемы с одухотворенным лицом. Решили традиционно попробовать суши. Как они тут в Стамбуле, вроде как город и страна морская, так что вроде должно быть неплохо. Выбрали, ну, по крайней мере, по отзывам, один из самых лучших. Входит в какие-то справочники, рекомендации. Ну, в общем, сейчас это попробуем и вам расскажем, конечно. С погодой это какая-то неприятность. Кстати, суши были неплохие. Ну, единственный момент... Нет, они были хорошие, действительно очень хорошие суши. Ну вот, наверное, не нужно заказывать ничего, что должно, по идее, содержать краб. Потому что это, кстати говоря, не только в Турции, не только в Стамбулу относится, это ко многим европейским суши-барам относится. Вот вместо краба любят пихать крабовые палочки. Поэтому, ну, если очень хочется, там, например, Калифорнию, которую вот я лично очень люблю, то вы спросите, чего они туда кладут, сурими или настоящее крабовое мясо. Потому что, как правило, в 90% случаев кладут сурими. Этим, кстати говоря, и Америка страдает в большинстве своих мест. Ну, если мы не говорим, конечно, о Нью-Йорке и действительно классных японских суши-ресторанах, ну, которые, как правило, и держат японцы.
Поэтому, если вы не в России, не в Японии и не в ресторане, который содержит японцы, который держит японцы, или как, владеет японцы, то все типы суши, которые, по идее, должны содержать натурального краба, лучше не заказывать, ну или уточнять. С погодой действительно жопа. Придется, видимо, переигрывать планы. Ой, боже мой, стоим, ждем Uber напротив шоурума Витра. Ну вот, и тут еще какие-то люди, там мани хотят, вот замечательные такие вот, да, видите, вот. В общем, здорово время проводим, замечательно. Ну вот, Uber едет уже 20 минут. Да я не понимаю на вашем языке, уж извини меня, пожалуйста. Ну вот. Я что такое? Мани, зелят тенгали. Боже мой, мани. Что такое мани? Ну, вот. Да, мани. Always sunny in the rich man's world. В общем, да, очень здорово все у нас происходит. Да, сегодня в связи с погодой день просто удался. Вот так вот стоит Стамбул. Вот, обратите внимание. Наконец-то приехал наш Uber. Ты какая-то маленькая, я какой-то большой. Я педиваю. Ты предупреждай хотя бы. Салон под мой рюкзачок подходит. Живи здесь. Вот наш оператор Кристина, она бы меня на задний ряд, наверное, посадила бы, чтобы мы с тобой примерно одинаково выглядели. А меня все равно не видно. А, мне видно. Видно тебя. Вот, смотри, это ты. Ехали, наконец доехали до отеля. Пойдем собираться в ресторан. Ходил в небольшое спа, которое находится в нашем отеле. Вот, кажется, наш Uber Cash приехал. Ну, вот сейчас едем в ресторан. Кстати, спа, ну, такой совсем компактненький, маленький, но зато очень круто отделанный. Там даже Dormbrecht Madison в золоте, нифига себе. Посадка стоит 4,75, судя по всему. Нет, 4,78 это у него на титулах, потому что ты ходила где-то 100 лет. Ну, в общем, как всегда, в любом такси вы узнаете, что наш президент Владимир Путин, и он брат. Вот. И мы с этим согласны, да? Да, Таипа и Джепа Эрдогана. Что нужно провести? Дегустацию легумов и пахлавы. Нужно подходить к вопросу ответственно. Сначала выбрать самые вкусные вещи, потом прийти и сделать закупку. Очень интересный ресторан, опять с потрясающим видом на Стамбул. Какой-то интересный детокс нам уже приволокли. В общем, сегодня опять как бы получился такой довольно сумбурный денек из-за погоды. Ну вот, ну завтра попробуем все наверстать и показать вам какие-нибудь еще интересные дизайнерские места этого замечательного города, такого
ну, очень сильно замешанного на Востоке и на Западе. Разные традиции, много западного, но так очень крепко приправлено восточным менталитетом. Ну ладно, увидимся завтра, оставайтесь с нами, и будет не менее интересно. Ну вот, и вот он построил вот эту вот замечательную лестницу, чтобы ходить к себе на работу. И ведь именно сюда Агата Кристи отправляла своих героев. Ну, здесь действительно очень здорово. Только Рахат Лукума Пахлава выдают в ней турецкую улицу. У меня отломалась ручка.